Так, всем здравствуйте, всем доброго позднего вечера. Ну что ж, все-таки стрим сегодня. Обещал я, вроде как говорил, что стрима не будет, нет. Решил, что лучше сегодня, а в субботу-воскресенье обойдемся без стримов. TNT Evolution, единственный из обычных думов, которые я не проходил. На Ultra Violence, по крайней мере. То есть остался только вот, не считая всяких там Master Levels, No Rest for Living. Это именно последний думец, самый мой нелюбимый. Здорово, Димон. Так, пофикшенный вариант. И я добавил этот мидипак, относительно недавний. Да, я надеюсь, слышно и видно. И сейчас начнем. Так, УВ, пока опции, геймплей, так, прыжок убираем, все. Ну что там, нормально, я надеюсь, по балансу, вроде должно быть все нормально. Еще погнали. Угу, все, отлично. Ничего страшного, урон получаем. Урон пока можно получать. Так, берем пока зеленую броню. Вот теперь движемся за берсерком. На. Получай. Так, а где, собственно, дробаши? Патроны есть, дробаша нет. Получай. А, вот он. Так, ТНТ-шечка самая нелюбимая моя из обычных думов. Поэтому ее узнаю хуже всех. Сразу говорю, никаких прохождений со всеми убийствами, со всеми секретами и так далее. Я даже на некоторых уровнях буду сохраняться. Ну, благо первая половина игры нормальная. То есть уровни в большинстве, в общем и целом, пойдут. Да, музыка тут переделана. Здорово, Сет. Сет, ты мне, пожалуйста, скажи, как там по звуку, нормально, а то вот Димон еще молчит. Кибердимон. Тихо, тихо, тихо. Так, здесь у нас микросекрет. Все, начало положено. Так. Человеческий шашлычок. Нормально, спасибо. За мной уже бочку взорвали. Это радует. Так, второй уровень, который, кстати говоря, не сказать, что очень простой. Довольно сложный. Он тоже планочку-то задает. При том, что не сказать, что тут какие-то сложные, серьезные враги есть. Уже как-то здоровья не шибко много. Но этот уровень, нет, как бы уровень нормальный, я его без сохранения попробую затащить. Так, проходим. Так, здесь у нас бензопыла. Рыба бензопила. Да.
да, ребятки, сразу небольшое объявление. После 15 ноября я все-таки, скорее всего, со стримерских радаров пропаду, потому что после этого я буду выходить на новую работу. Я не знаю, как я там приработаюсь. Может, я буду вообще падать после смены и лежать навзничь, не вставая на выходных. Хрен его знает. Или, может, я не знаю, у меня будет моральный депресняк жесткий. Ну, куда я попал, что я сделал и так далее. Так что сразу говорю, какое-то время стримов не ждите. Ну, собственно, до Нового года я сильно много и не планирую. Я думаю, еще пройти вот это. Ну, думаю, до 15-го я справлюсь. Даже с учетом того, что завтра-послезавтра стримов не будет. Вот. Насчет работы секрет. Вообще никому, никому ничего не скажу. Даже не просить. Обычная работа, просто, понимаешь, когда ты 6 лет проработал в одном месте, начинаешь переживать. Так, я начинаю переживать, что у меня здоровья мало. Я имею в виду Дунгая. Вот, ты просто начинаешь переживать и думаешь, блин, а правильно я все делаю, а то хрен его знает, что получится. Получится ли. То есть обычная человеческая реакция. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так, вот мне надо в озеро. В озере у меня хрен что сделаете. Так что ничего особого, ничего криминального, просто говорю, просто смена декораций, которая хрен знает, как у меня пойдет. Поэтому какое-то время без стримов. Ну зато сейчас. На постоянной основе. В общем, как примерно было в июле, когда я был в отпуске. Стримы были чуть ли не каждый день, а тут. Так, а я почти дохлый, кстати говоря. Это ок. Потому что со здоровьем тут хреново. А, блин, я прицел должен еще убрать. Он тут нафиг не нужен. Это ж обычный звук. Так, картофан. Картофан надо как-то. Картофана надо избавиться. Или это тефтель? Есть. Но здоровья просто катастрофически мало. Нет, 15-е только выписываюсь из больничного. Я не знаю, что там и как. Но я думаю, на выход скоро. 15-е только закрываю больничный. Так, а что, у меня рюкзак есть, берем. Тут вообще, конечно, можно взять Соусфера, но она в такой гадкой комнате находится. Я, конечно, видел у Зеро Мастера, как он по красоте это делает. Я имею в виду, берет ту самую сферу. Но вот как-то я сомневаюсь, я ж не Зеро Мастер. Да, этот уровень, в котором надо побегать. На кошмаре он реально кошмарный, потому что тут очень много бэктрекинга, ну, то есть возвращения. Очень много, опять же, этих хитсканеров. Так, а чё? А, тут просто. Тут всё просто. Блин. Нехорошее тут место. Ладно, погнали. Как говорится, бог не выдаст, свинья не съест. Вот и все. Потому что мочить всех этих баронов, даже телефрагами, у меня никакого желания нет. Кто-то что-то где-то телепортировался. Так, все, все ключи есть. Да, мне сюда. Блин, тут надо постоянно бегать. Чинганеров нет? Нет. Но они скоро будут.
Вот. Красавчики. Солсферу еще одну охраняют. Кстати, Солсферу тоже не мешало бы взять. О, блин, еще двое. Тихо. Так, ну что, Димон, завтра великий день, да? Ну, не юбилейное, но такое масштабное шоу. Ладно, потом писаните результаты, особенно что там за чемпионские титулы они боролись. Ну и более-менее хотя бы ход матча, хотя бы вкратце. Там, скандал, интриги, расследование, потому что... Есть интерес. Так, что тут у нас? Здесь у нас синяя броня. Ее, естественно, берем и попробуем взять Солсферу. По-моему... Да, ее брать вот так вот. И опять надо бежать по уже задолбавшему маршруту по этой лестнице. Так, и остался у нас скелетик. Сасный скелетик. Даст ли он нам закончить 200 на 200? Кстати, патрончики. Вот. Ах ты гад, не дал. Ну ладно. Ладно. Довольно быстро еще получилось. Так, тут уже музычка новая. В оригинале была из Дума 2. Так, нам сюда. Здесь нас с хлебом солью встречают, естественно. Так, этот уровень тоже не сказать, что прям дико сложный. Но тут будет парочка проблемных мест. Кстати, начало трека прикольное такое. Движок качевое. Так, сюда я не пойду. Здесь, по-моему, подстава. Так, я хочу, чтобы вы подрались. О, давай. Да, Чинганнер на меня стриггерился и правильно сделал. Ой-ой-ой-ой, да, залезь. О, меня даже ни разу за задницу не цапнули. Это сильное достижение. Погнали. Тут это вот адский круг. У меня здоровья достаточно, но все равно. Его могут очень сильно подснести. Дабл килл. Давай, давай, гаси. Гаси всех. Все, а нет, не все. Но, судя по всему, теперь точно все. Так, гасим всех, кто тут на улице ходит. И кто... А, ух ты, блин, хрюндель. Под ноги тут решил попасться. Так, а этой ракетницы пока у меня нет. Сидишь в своей будке, блин. Вот здесь музон прикольный. Ну, конечно, местами они, да, они переделали оригинальный музон. И, ну, в большинстве случаев удачно, но местами очень неудачно. Прям вот вообще не зачет, я бы сказал.
Так, ну все. Большую часть мы зачистили. Так, не мешало бы секретик с плазмой найти. Вот он. Ну, собственно... Чё, собственно? Можно идти в красную дверь. Где она, кстати? Вот она, кстати. Да, и кстати, если вы зайдете в эту дверь, вы из нее не выйдете. Потому что нужен желтый ключ для выхода. Такое, по-моему, как раз впервые появилось в Final Doom. А, нет, стоп, это было и в обычном. По-моему. О. Так, веселая локация. Так, надо же прицел убрать. Давайте сразу это сделаем. Пока суть до дела. Так. Опаньки. Прикольно. А где кнопочка, которая это поднимает? А вон она. Ай. Это было зря. Что я делаю, спросите меня вы? Да не сказать, что ерундой страдаю. Каким-то образом шотганер меня увидел, типа. Да сдохни, пожалуйста, спасибо. Так, а что тут? Желтый ключ есть, все, отлично. Все, теперь мы можем выйти. Да, подожди, Аркаши не было. О чем разговор? Аркадий Валерьевич, это не то. То есть со скелетом его перепутал. Двустволк. Е-бой. Так, где желтая дверь теперь? Вот она. Давайте, гасите там друг друга. Я вас верю. О-о-о, отлично. Вот сейчас будет Аркаш. Нравится как скелет, он куда-то хрен пойми куда целится, но при этом все равно ракеты полетят в нас. Да. Вот он, вот это Аркадий Валерьевич. О, он решил черепушку зажарить. А ты как тут оказался, тебя как-то через стенку воскресили, что ли? Так, синий ключ, можно, конечно, в центр зайти, там, по-моему, синяя броня, но не сильно надо, я так скажу. Так, здесь был коробок. Коробок, колобок. И теперь синяя дверь. Нет. Ждем. Да, Аркадий. Аркадий Валерьевич. А это кто, знаешь? В тройном экземпляре. Кстати, из этой двери без красного ключа не выйти. Интересно, как можно добыть синий ключ, при этом не добыв красного? Вот эта фигня нафиг не нужна. Собственно, все. Пока уровни хорошие. До 8 уровня вот здесь все нормально. Первая половина вообще ТНТшки, как бы норм. Здесь тоже эпичную мелодию переделали. Кстати, этот уровень очень прикольный. В чем прикол, я скоро вам покажу. Нифига.
В общем-то, да, конечно, не мешал бы этот уровень показать, он хороший. В чем прикол? Вот это выход. Это реально выход. Это не фальшивый выход, не какой-то там выдуманный выход. Это выход. Самый натуральный. А, да, кстати. Сейчас будет отличное место. Якобы это Rocket Launcher, но тут... Вот такой вам привет шлют. Странно, что я не получил ни одной пули. Вообще, конечно, да, уровень прикольный, его стоит показать. Я имею в виду поподробнее. То есть, в общем-то, да, я уже мог его пройти. И первый раз, когда... По-моему, да, на стриме же First Run, ну, Blind Run проходил. Он... Я такой... Когнитивный диссонанс мне сделал, так сказать. Но все-таки тут, кстати, плазма бы не мешала найти, так что да, стоит маленько поисследовать. Там же плохие уровни еще будут, надо насладиться нормальным уровнем. Блин, у меня патроны кончаются. Охренели, что ли? Гаси его. Молодец, им давай, 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 под задницу ему накидай огней. Хорошо. Так, тут нас ждет микроподстава. А, нет. Тут нас не ждет микроподстава. Тут все как раз таки кошерно. Да блин. У меня здоровья мало. Мне это не нравится. Да, вот эта штука трещит, как счетчик Гейгера. На самом деле это ничего не дает в сюжетном плане, так сказать. Так, где тут яма? Яма тута. Ну. Во! Смотрите, запомните эту комнату, вообще все предыдущие, внимание. Мы типа очутились в такой же, трупы с импами, трупаки. Но тут почему-то бензопила и хрюшка. Очень странно. Тут почему-то скелет. Два скелета. Вы слышите, вы? Хера вы даете? Стороне угля. Покоцали нас.
Так, момент. Да, если открыть карту, то вы себе проспойлерите, что оказывается тут просто две параллельные карты. И сам уровень называется червоточина, ну или червячная нора, как там это правильно. Ну, короче, то, что связано с пространственными переходами. Вот это прикольно. Вот здесь креатив, скажем так, бил через край у разработчиков WADA. То есть точно такие же комнаты, один в один, но враги другие. Да, даже трупники на месте. Ну, кто-нибудь появится? Молодцы. Такие-то дела. То есть здесь все с креативом было, да, отлично. Если Плутония на первых уровнях просто вам давала между ног со всего размаха, то есть как бы вам показывали, что вот смотрите, на первом уровне вам и манкубусы, и скелеты, и арчвайлы, все как надо, то здесь все попроще. Да, здесь есть такие враги жесткие, но все-таки уровни более-менее нормальные, довольно щедрые даже, я бы сказал. Ну или, например, опять же, в пятом уровне уже в Плутонии паука, в шестом кибер. А, блин, я вниз не пойду. Вот здесь, извините. И теперь мы идем типа в стартовую комнату. Но она нифига не стартовая. Да, здесь тоже уйма врагов, соответственно, других, не хит-сканеров. А тут у нас вообще он кто? Он оно кто? Да, и там у нас наш любимый. Тихо! Ах ты гад! Зажал меня, хорошо так зажал. Да, это, вот это уже как раз таки телепорт к выходу. Блин, у меня мало здоровья, мне надо где-то разжиться здоровьечком. По-моему, соусфера тут одна. А, ну ладно, хотя бы есть пара аптечек. Ну, в любом случае. Там есть зачем идти? Да, есть. Ну, блин, добьем, ладно. Если нас, конечно, не добьют раньше. Не хотелось. Да, внезапно хрюшка телепортировалась. И сказал, что-то у тебя много здоровья, братан. Давай-ка мы это исправим. Блин, там... Да блин, как вам так удается ловко это делать? Ладно, они хотя бы дерутся, это уже радует. О! Павука завалили. Мастяныч тут валят мелкоту всякую, чтоб неповадно было. Ну и все. Больше тут ничего интересного нет. Все, это выход. Можно было пройти, не знаю, за 15 секунд все это дело. Еще один довольно неплохой уровень. Пока с уровнями все норм. Так,
опять же, ремикс оригинальной темы. Ремикс вполне неплохой. Единственное, из всех вот переделок саундтрека оригинального ТНТ-шного. Как-то ключ можно взять, но мы не будем это делать. Вот. Только, по-моему, тема 14 уровня прям испоганенная, я бы сказал. Вот вообще некрасивая получилась ни разу. Так, вот это мы закрываем. Не надо меня бить. А, блин, я на лестницу встал. Да, если наступаем на лестницу, открываются окошечки. И там куча пулеметчиков, которые могут сделать нам больно. Пока нам это не надо. Я бы сказал, нам это вообще не надо. Так, вот здесь мы берем вот эту штуку. Может, нам надо сюда. Такая очень приятная, в кавычках, засада прям. Мое почтение, я бы сказал. Так, и еще нам хрюшку тут презентуют, чтоб мало не казалось. Так, здесь секретик. Да, Масян Масянович. Масянов будет много. Масянов вообще мало не бывает. Так, куда идти, я забыл. Так, здесь у нас неприятный сюрприз. Хоть у меня невидимость, но они неплохо в меня попадают. Так, здесь засада, я помню. Здесь еще и кака-демон. Кака-демон. Там куча чинганнеров. И как бы... А, нет, пока... Эти пока отсутствуют. Блин, патронов вообще для чингана просто нет. 12 это ерунда полная. Только в упор замочить. Так, по-моему, да. Сука! Я думал, ты сдох, а ты не сдох. Телепортируется без конца. Не помню. Так, тут довольно веселые моменты. Тут надо вот эти вот панельки нажимать. Будет нам счастье. Сразу догадаться не всегда получается. Я, естественно, сначала купил. Но вы сами знаете, вы видели, как я Метроид прохожу. Хотя Метроид, да. Я вот сколько раз думал, что игра сломается, а на самом деле нет. Игра очень даже хороша. Но все-таки Fusion куда больше интереснее, чем Zero Mission. Ну, с другой стороны, Zero Mission неплохой ремейк оригинального. Я бы даже сказал, очень достойный. Ладно, возвращаемся к Думцу. Тут у нас банда членганеров. А чё? А, блин, я за угол зацепился. Да, угол один из самых серьезных врагов может стать. Угол может быть очень злым врагом. Что бывает, Димон, а то ты не забывай. Я-то чуть-чуть, у меня чат затормажит, плюс я все-таки увлечен игрой. Так, тут сейчас у нас соусфера будет, по-моему, да. И в общем-то, я сделаю вот так. Я не буду биться ни со скелетами, ни с баронами. Они меня найти не должны. Благо, ключ я уже взял необходимый. И мне просто валить отсюда надо. Только вспомнить бы куда. Сюда. Тут уже нас ждут с распростертыми объятиями.
А, вот ты телепортировался. Так, так. Что я должен делать дальше? Я должен по вот этой лестнице смерти бежать. Там уже, видите, как меня хорошо огрели. Сейчас, ребятки, я отойду на минутку, подождите, пожалуйста. Так, я тут, я вернулся, все нормально. Ну как, по нашим меркам о нормальности. Так, кто? Да блин. Так, аптечка мне не нужна. Блин, я вот это взял, нахрен я вот это взял, вопрос. Это сейчас было очень глупо с моей стороны. Потому что вот этих вот... Ладно, я их вынесу, конечно, отсюда. Мне не жалко. Один наушник откину. Угу. Волной это тебя накрыло. Получай. Так, здесь пулеметину. Бля, ни хрена. Еще бочкам, что ли, устойчиво указывает? Конечно же, нет, просто мне чуть-чуть не повезло. Так, красный ключ. Нас тут, естественно, поджидают. Так, тут у нас барончики. Так, вот этих патронов полно. В общем-то, их можно не выносить. Можно на самом деле бежать к выходу. Но... Я уже это сделал. Ну и, собственно, все. Можно. А, ну, аптечка мне не нужна. Она максимум до 100 восстанавливает. Все. Все ключи у нас на месте. Можно взять патроны. Там воюю скелета. Потому что у них стыбзили соул-сферу. Вот такая вот вещь. Open Season. Прикольный атмосферный музон. Нас тут же гасят. С пистол-стартом начинать эту карту крайне весело. Теперь, я так думаю, я не пробовал, я не фанат. Вот этих вот прохождений с пистол-стартом вообще... О, там чинганер занят. Выносом хрюшек. Да, музыка здесь в оригинале прикольная, но короткая. То есть вот это пока еще оригинальная тема играет. Потом тут добавят, скажем так, аккордов. Так, ну и любимая тема в ТНТ. Темнотища.
хоть глаз кали в уровнях. Естественно, очки какие-то будут крайне редко. Я имею в виду, которые позволяют видеть нормально в темноте. Какие-то пинки уже кого-то там грызут. А, ну там, по-моему, они... О! Так, тут, по-моему, у нас... Да. Блин, там эти сраные стрелки ворошиловские. Да что-то да, его нема. По крайней мере, в чате. Опять же, его дело, я тут никому не набиваюсь, так сказать. Кто хочет, тот приходит. Дело добровольно. Вот с этого момента уже вот это вот типа гитара, это как раз таки уже новенькая. Ну, в общем-то, да, оригинальная мелодия коротковата, там эти три ноты играют. Они, конечно, прикольные, там помощью даже темп сбивается. Ну, такое... Такая, может, иллюзия создается на этот счет. Хз. Да, этот уровень здесь тоже приходится побегать. Он тоже такой, ну не сказать, что прям замороченный, но больше именно, что бегаешь. А, да, берем. Так, нужен желтый ключ, у нас вообще пока никакого. И вот по этому поводу надо побегать по коридорчикам. Так, коридорчик довольно однообразный, то для начала приходится бегать много. Я тебя вроде убил. Да блин. Так, нужен взяли синий ключ, синяя кнопка, хрен знает где. Найдем, куда она тянется. Так, по-моему, сюда, да, вот синяя дверь. Так, костюм. Я не помню, нужен он или не нужен сейчас. Да, нужен. Помидорки. Вот теперь можно и за костюмчиком сходить. Потому что бегать по этому мостику над лавой приятного мало. Все равно мне будете мешать, поэтому вас надо устранить маленько. Да давайте уже как-нибудь это. Во. Да, кстати, у меня здоровья мало было. Так, теперь все, вот желтая кнопка. Тоже хрен помнит, что она делает, куда с этим идти. Тут, по-моему, нужно красную кнопку надо нажать. Что-то где-то открылось, блин,
взял аптечку, она не нужна пока была. Хрен помнит, что и где. Ладно. Да, к сожалению, побегать тут надо. Нет, здесь как тупо красная кнопочка. Нам нужно на самый верх. Правильно же? Да, Red Key. Тоже на кошмаре этот уровень тоже кошмар, потому что постоянно бегаешь, враги постоянно воскрешаются. Так, здесь нечего делать. Что теперь? А, мне кажется, догадываюсь, куда он. А, кстати, плазма-то в прошлом уровне так я не взял. Или не взял, или ее не было. Да, тут нас приятная компания ждет. Довольно подлый момент. Так. Но. Вот это вот находим. Фактурку. И все хорошо. Как бы за это можно простить. Так, подождите-ка. А. Все, теперь бежим назад снова. Нажимаем красную кнопку. Не сюда. Собственно, все, у нас два врага осталось. Один-то я знаю, кто, а кто второй? А, ну кажется, да, там два врага. Так, вот, подождите-ка. Вот, да. Вот один враг. Угадайте, кто второй? Иди вон. Так, тюрячка. Такой своеобразный уровень, такой более фанковый мотивчик. Прикольно, что один, так сказать, ну как, музыкант сделал со скретчами. Гасите барона, не стесняйтесь. Плазма, конечно, нужна, надо с ней поэкономнее обращаться. Ну и как бы да, начало уровня такое жестковатое, да некоторые моменты тоже весьма на любителя, я бы сказал. Да блин, кто? Как ты там очутился? Ты шо? Себе позволяешь. Это у нас картоха. Картохи мне прям очень бы... Да, вот она, блин. Так, ладно, расправимся с тобой. Так, ты, конечно, там отлично место занял. Но пора сдыхать. Плодил-то свои черепнины, блин. Сдохни. Ты сдохни. Не хочешь, да? Все отлично. Есть живой. О, сколько хочешь. Так. Да блин, достали вы. Так, вот это... Ладно, берем. Так, тут какой-то есть момент довольно странный с секретиком. Не помню, честно говоря, как он там берется.
помню еще видосы Биг Мака Дэвиса, где тут надо как-то пройти по краешку, и будет нам счастье. Ну ладно. Пока без краешка, без всяких. Проходим. Так, сейчас нас ждет, ну, можно сказать, жесть. Мне нужна плазма. Плазма надо прилично. Хотя ладно, берем сейчас плазму. Тут нам так сразу с хлебом солью нас встречают. Более-менее отбились. Сейчас посмотрим, как там Мастян зарешал ситуацию в нашу пользу. Это не самая хреновая секция. Ух ты, сучка костлявая. Ладно, терпимо, я бы сказал, пока что. Я помню, что... Вот. Вот. Тут берсерк, который вот сейчас нам очень хорошо пригодился. Тут у нас тоже очень приятное место со скелетами и не только. О, отлично, гаси его. Футбол. Тихо. Там бароны. Бароны бьют больно. А ракет у меня мало, чтобы их как-то зарешать. Блин, у меня вообще мало патронов. Отлично. Так, напал сюда. Нет, стоп. Пока побегаем. А, еще один скелетик. Нет, нужен костюм. Отстань. Серьезно, ребята разбираются, понимаешь? Так, вот это берем, вот это берем. А, нет, нам надо на островок сначала. Так, великолепная комната. Если мы зайдем отсюда, но нам нужно заходить отсюда, сразу плазму к бою. И у нас очень мало времени. Очень мало, катастрофически. Где-то тут у нас вход. Нахрен помню где. Да не цепляйся это за угол. Ой, все плохо. А я, по-моему, ключ. А, нет, все, ключ вот он. Все хорошо. Где-то тут был костюм. Где костюм был? Не помню. А, он прям под ступеньками. Ну ладно, не суть.
А вот такая веселая комнатулька. Без неуязвимости, я даже ее адекватно бы не назвал. И это еще нормальный уровень. Угадайте, что? Подали. Ну, как ни странно, без чинганера, без пулеметчика. И когда что кончится-то уже? Так, зеленая броня мне, по-моему, не нужна, потому что я синий пользуюсь. Да блин. Так, вообще пулемет нужен мне на следующий уровень, прям очень хорошо нужен. А, ну тут с этим проблем нет. Да, там соусфера, берется она как-то хитро выдуманным способом. Где-то триггер на это дело. Так, а что, надо взять костюм, надо взять ништяки, которые в лаве лежат. И по сути все, нам надо в финальную локацию. Телепорт тут интересно работает. Куда смотришь, туда и телепортируешься. Вроде бы. Так. Ай. А, там из-под низу кусануть могут. Спасибо, не надо. О, Толян! Толяныч! Рова! Тут думаю. Сдохни уже, пожалуйста, что такое бессмертное. Я понимаю, что там мясо в виде этого. Хрюшки было. Так, а тут секрет пока не открывается. А вот тут у нас, вы видите кто. Да-да-да, Толян. Его, конечно, тоже желательно устранить, он местами очень надоедливым становится. Не хочет. Шит. Угу. Барончик. Кто это делает? А, тут имп. Где-то там уместился в этом шкафу. Ни хрен. Он еще раз меня задел, но мне мало сняли просто. Так, куда этот телепорт ведет? А, на выход. А, ну тут нас ждут. Распростертыми объятиями. Выходи, костлявая морда. Не хочет.
Давай им, запульни в него. Так, вопрос, что там? Масс. Массов уже тут нагоняли нормально. Так, тихо. Ладно, для пулемета все равно мало пуль, но... Что есть, то есть. Так, ну что, первая говнокарта. Металл. Попробую дойти до одной печально известной локации без сохранений. Если что, я здесь буду сохраняться. Геройствовать я не намерен. Это не тот случай. Уже кто-то мне впендюрил пульку. Пульку такую эпичненькую попытались сделать. А, нет, к музону особо претензий нет, есть. Только два трека, которые меня реально раздражают. Это что такая карта, она не особо запоминающаяся. Вот в чем причина моего бомбежа легкого такого. Да, вот тут, конечно, прекрасная ловушка. Да, тут, конечно, дают невидимость, которая очень помогает, но... Кстати, по-моему, на этом уровне Масяна нет, на следующем точно нет. Так, а что, я долго играю ли? А, нет, только час. Господи, это еще быстро иду, это удивительно быстро иду, я вам скажу. Ну, первая половина Дума, скажем так, первые 15 карт в целом-то нормальные. Потом уже начинается какой-то вырвиглазный кобздец. Так, блин, пока не видим вообще. А, блин, у меня ключа нет, вам нужен ключ. Не нужен ни хрена этот ключ. Так, вот тут бежать нахрен эту комнату, потому что тут... Нахрен эту комнату, но тут бежать некуда. Так, нет, так дело не пойдет. Всех хит-сканеров сразу нахрен. Те, кто стреляет пульками. Так, броню берем. Прекрасная комната, и таких тут будет довольно много. Единственное, хорошо, что они хоть более-менее друг друга мочат. Это прям плюс. Так, ладно, берем вот эти патроны, потому что патроны тут будут нужны очень сильно, я имею в виду пульки, дробаш, много чего, короче. Еще одна говнокомната. Уж извините, что я так часто употребляю это дело, так сказать, но реально. Так сказать, первый звоночек неприятный, касающийся ТНТ зловолюкса. Вот здесь могут спокойно все здоровье снять. Череп вообще, ладно, сдох. На зло, конечно же, патронов мне мало необходимых. Да, тут спектры повалили. Еще спектры. Много спектров. Да, вот это отдушина, я могу так сказать. Естественно, дверка еще открылась. Естественно, там только неприятные враги. Других у нас тут нет. Да отстань ты, пожалуйста.
Так, тут, по-моему, да, тут не секрет. Тут именно... Блин! Это было зря. Мне просто повезло, что у меня не отнялось, ну, мягко говоря, раза в два больше. Что ракета полетела там куда-то. Эти дверки нам закрывают услужливо. А тут уже, да, тут уже что-то новенькое. Давайте запилю. Никого за стрим еще не запилил сегодня. Ладно, в целом мы еще неплохо идем. В целом. Так, блин. Ну и теперь самая веселая комната. Прям дико веселая. Смотрите, объем. А теперь, а? Каково он нахрен? Так, тут вообще зелененькая броня была. А, ее надо с лифта брать. Надо все это делать довольно быстро, кстати. Потому что там уже за нами идут, за нами вышли. Так. Не-не-не-не-не, погорячился, ладно. Да, патронов просто писец как мало. Берем невидимость, она нам сейчас дико просто нужна будет. И мочим все, что плохо движется. Вернее, как, все, что движется, то и мочим. Особенно это касается пулеметчиков сраных гранат. Ладно, у нас хотя бы есть плазма, если что. А, у нас ее почти нет. Но у нас вообще с патронами, я бы сказал, как-то очень не очень. С хорошими патронами. Да, сейчас вот это вот все ж... Говно возвращается. Здоровья мало, патронов мало. Ладно. Ну, пойдет, что я могу сказать. Ладно, может быть, даже пройдем. Сейчас надо подсобрать бонусы. Патроны. Так, вот это надо собрать. Кто-то стреляет по нам. А, вижу. Всех врагов намыло. Что ж, пойдет, я могу сказать. Да, вот эта колонна. Сейчас пока она поднимется. Я хотел увидеть, как Зеромастер спидранит этот уровень, но он умеет сквозь текстуры проваливаться. Да, поэтому не судьба. Первого гасим всегда чинганя. Где тут тварь? Блин. Еле видно в этих текстурах.
кислоту не надо пылить. И под этих не надо подставляться. Так. Бам. Бам. Так, все подбираем. Ничего не жалеем. Да блин. А, ну я к нему и так не успел. Чё? Откуда тебя хрен принес? А, я знаю откуда. Да, это колонна чисто для отвлечения внимания. Да, здоровья у него мало. Хочу заметить. Угадайте, что сейчас будет. Да, все верно. Не с лучшими данными мы заканчиваем уровень. А... Что, где, хрен знает. Блин, я забыл, чё, куда. Вот теперь грести-то. Нет, здесь я был. Так, на самую высокую надо часть. Вот сюда надо. Не понял. Блин. Отличный уровень, офигенный просто. А, опять этот телепорт. Так, здесь я был. Вообще по-нормальному... На выход я должен пойти уже. Ща, ребятки. Это веселый уровень. Веселье так и прет тут просто. Так, нет, здесь нет. Здесь телепорт. Методом исключения остается эта фигня. Что-то я тут не нажал, что ли, я не могу понять. Да. Тут у нас павуканы. Тоже есть плазма. Но это еще не все. Бам! Засада. Ладно, хотя бы... Хотя бы с достойным здоровьем заканчиваем. И, как ни странно, уровень пройден, даже без сейвов. Ну что, теперь мой самый любимый уровень. Жалко, что здесь тема первого уровня не играет. Ну, как бы ладно. Уровень, тем не менее, прикольный. А чё, бочки не взорвались? Вот, теперь порядок. На Найтмаре это тоже. Найтмар прям в квадрате, в кубе и во всех степенях. Да блин. Чё я вообще думаю? Вот. Вот орудие убийства. Блин, меня обычные зомбаки кромсают. Не понял. На уровень прикольный. При том, что здесь нет сильных врагов. Здесь в основном зомбаки, импы и, по-моему, одна хрюшка. Все, больше никого. Вообще. У нас просто... Сколько? 297 врагов. Всего лишь. И даже Арчвайл никого не будет воскрешать. Вполне возможно, здесь будет первая смерть. Потому что с
со здоровьем тут не очень, кстати говоря, в плане аптечек и прочего здесь. Ну, как бы совсем никак. На Nightmare это вообще самый сложный дум из всех классических думов. Открылась дверь, просто толпа целая. Дивизия, блин, повалила. Ладно, по крайней мере, пульки тут не проблема. Вот тут пульки вообще не проблема. Здесь главное не торопиться. Смотрите сразу, патронов сколько прибавилось. Вот тут они, посмотрите в каком количестве. Поэтому следим за дверью справа, потому что вот. Так, броня нужна, тут у нас броня. И даже не синяя, а простенькая зеленая. Кстати говоря, почему эти зомбаки нас не видели, они типа за стеклом. Передача за стеклом. И оно типа вот так это стекло отображается. Так, какую-то кнопочку надо нажать. Или пока никакую. Пока, наверное, никакую. Ладно. Продолжаем. Так, здесь нужен красный ключ. Да. А, да, прекрасное место. Здесь нас ждет прям офигевшая засада. Нужно очень аккуратно появляться, скажем так. Ну, посмотрите, да? Нормально? Нормально? Прям, я считаю, супер, шедеврально. Здесь все прожимаем. Здесь можно сделать вот так. И... Нет, они друг друга гасить не начали. Это плохо. Так. Все, как мы видим, здесь у нас местечко открылось. Соответственно, мы можем нажать эту кнопочку. Можно сходить за той аптечкой и патрончиками, но у нас не дефицит ни того, ни другого. Да, тут еще уйма секретов, но они все довольно легко находятся, кстати говоря. Здесь у нас сфера невидимости, она нам сейчас будет очень нужна. Главное просто не забыть
куда идти и как ей пользоваться. Ну, вернее, как пользоваться, понятно, глупый вопрос. Так. Вот эту дверь надо открыть. А как это сделать? А, да, красный ключ. Да блин, как ты все равно попадаешь в меня? Так, спокойно. У нас есть вот эта штука. Да, кстати, тут тоже. О, типа секрет, но это не секрет. Так, здесь не торопиться надо. Все, наша невидимость прошла и зря. Ну как, не сказать, что совсем зря. За углом никого. Так, вот это, кстати, не секрет, и я об этом узнал очень, так сказать, довольно поздно. Что тут есть аптечка. Аптечки тут ценное дело. Ценная валюта. А, понял. Я вовремя отбежал, спасибо. Так, тут у нас тоже весело. Бочку гасим. Бочка нам не нужна. Да, тут с этими ящиками тяжеловато, потому что там враги и как бы не самые... Довольно неприятные враги. Так, там у нас внизу берсерк, но он нам не нужен, потому что у нас уже сотка здоровья. С кулака тут выносить некого и незачем. В данном случае. Так, берем все, что плохо лежит. Ну, сейчас будет одна из самых веселых секций. Желательно все здоровье вот это вот, которое есть, сохранить. Тихо, тихо, тихо. Да слышь! Так. Хватаем вот это. И бежим! Хватай еще и берсерк. Вот здесь берсерк нужен просто офигеть как. Да отстань! Два раза, гад, попал. Зачем бежать? Сейчас увидите. Видите там? Все вот эти панели, дверки по бокам, они открылись. Там, скажем так, далеко не самые дружелюбные ребята. Довольно смертельно опасны. Ладно, там еще где-то берсерк второй был. Просто толпа ходит, я не знаю, как будто в офис какой-то попал. Тут секрет, кстати, за этим. Блин! Здесь даже не все сдохли. Какая прелесть. Патроны. Карта, аптечка. Еще берсерк. Пофиг, что там. У меня уже 50% здоровья было. А, кстати, я синий ключ не взял. Теперь взял. А тут тоже аптечка. Но это еще не все. Мы можем пойти в синюю дверь, но не все так просто. Ждем, когда дверь закроется, открываем. Потому что здесь сюрприз! Ну, у нас 300 с лишним патронов для пулемета. И это, конечно, замечательно. У
Ну, сильно, конечно, это не значит, что надо здоровье тратить налево и направо. Что у меня замечу, уровень-то маленький сам по себе, не огромный. По сути, весь этот уровень как последняя комната из предыдущего уровня. Все вот. То есть вот он вход. И мы продолжаем. У нас еще 70 с лишним врагов живых. Да, это большинство из них зомбаки. Сдохните от бочек-то, нет? Не очень хотите, да? Есть еще секрет. Ну, здесь панелька вот этим красным светится, поэтому... Как бы догадаться можешь. По-моему, когда я даже First Run играл, я и то большую часть секретов собрал. Еще одно прекрасное место. Всего лишь с импами, не с каким-то там Hell Knight. Нет, всего лишь импы. Еще одно прекрасное место. Патронов мало, ну ладно, нам пока хватает. Просто дустолка долго перезаряжается, если кто-то подойдет, начнет шмалять, приятного будет мало. Там бочка. Нормально. Враги повсюду. Так, вот это берем отсюда. Типа это секрет, в чем секретность не совсем понятно. Но это ладно. Здесь у нас ракетница секретная. Также нас возвращает начало уровня, но нам бегать дико много не надо. В этом плане в игре все хорошо. Ну и теперь синяя дверь. Если вы думаете, что это все легко. Нет. Да офигеть, как нелегко. Смотрите, сколько там. Какая толпища. Разнообразная. Да, на Найтмаре, конечно, это просто писец. На Найтмаре, напоминаю, враги намного быстрее, агрессивнее, то есть они практически сразу атакуют. И они перерождаются. А прям с кондачка в этот уровень быстро не пройдете. Тихо, 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 там чейнганер разошелся, у меня броня кончается. Хорошо, что аптечка есть. Так, еще аптечки есть? Нет. Тут у нас типа столовки. На обед Думгая. Такой вот мега веселый уровень. Всех замочили, все секреты найдены. Но это один из моих самых любимых, может даже самый любимый уровень в ТНТшке. 16 минут. Ну и теперь, кто бы на себя напросил?
Ну и вот этот, кстати, здесь, да, вот эту мелодию уныленькую из оригинала сделали потанцевальнее и, в общем-то, правильно. Она довольно прикольная стала. Не помню, где Масян? Так, вот это нужно. Уровень вот этот, кстати, довольно легкий после предыдущих двух, он прям изи. Да блин, сказал я и чуть не сдох. Ну, это засада тут, по сути, так, ерундистика. Сейчас еще одна засада будет. Кстати говоря, ее можно, вообще можно избежать. Можно вот так по-быстренькому сюда проскочить, Нам почему-то засчитывают это как 5 секретов, типа каждая ступенька это секрет. Не верьте, вам все врут. О, хорошая броня. Патронтаж, все как надо. Так, красный ключ нужен. Че вы так гасите меня? Вот Масяныч вышел, кто просил. Ой, ой. Так, а что у меня со здоровьем? Как-то все слабенько. А. Теперь нормальненько. Так, где-то тут... Дальнейший путь должен быть. А, все, забыл нажать кнопку. Ну, уровень этот короткий и, в общем-то, довольно легкий. Самое худшее, по сути, позади. Так, а что, вас я просто заигнорю. Вы там, да, между собой разбираетесь, я не против, у нас пауки. Там не только пауки, да. Ни хрена ты резко. Так, вооружаемся плазмой. Потому что что? Наше любимое блюдо тефтели. Фрикадельки, кому как. У нас, кстати, здоровье как-то хреново себя чувствует. Все? А, не все. Тефтелям, естественно, должны подаваться помидорки. Как же иначе, в Думе-то? А, ты в окно кто пролетел? Молодец. Так, желтый ключ. И быстренько драпаем! В общем-то, даже на самом деле можно оставить всю вот эту компанию. Подраться с бароном там можно. О, давай, давай, гаси импов. Ой, о, он его разорвал вообще. Красавчик. Давай. Давай еще шмальный разок, зеленый свет. Ладно.
замычал. Так, здоровья тут катастрофически мало. Целился в скелет, попал в крюшку. Интересно. Да блин, мимо вообще. Отлично. О! Пожалуйста. Во всей своей красе. Ну-ка. Есть эффект глубокой воды? Да нет. Странно. Так, теперь надо красную кнопочку нажать. А тут нас ждет неприятный сюрприз. Угадайте, кто? Да, наша любимая. Все убрали уже. У нас вот этот типчик. Ну и все. Берем патроны. И, по-моему, тут у нас имп. Ну, такой уже, лайтовенький. Следующий будет не очень. Да, кстати, следующий мне, я бы даже сказал, не нравится. Веселый склад. Не помню, какая там у меня броня, по-моему, зеленая с 9 уровня осталась. Или нет, или синяя была, ладно же. Козел, а? Так, там он еще дядя на вышке. Да, меня уже гасит. Меня уже гасит. Там уже скелет вовсю старается. Так, тут на эту вышку забраться, кстати, можно. Ну да, хоть что-то тут есть. Ну, где тут падать? Да блин. Да найди уже платформу-то. О. Чтоб я без карты делал. Еще одно развеселое место. Да блин, как ты жив-то остался, гадина? А, и ты еще жив. Недопущение серьезное, страшное. Вот мы видим первую в игре мегасферу. Но она наверху. Ящики не опускаются, как же взять, думаете вы? О, брат. Братва. Такие новости еще расскажу. Так, берсерк пока потерпит. А там кто-то был, уже его нет. Да, берсерк пока потерпит. Короче, когда мы берем вот этот Rocket Launcher, пробегая по этой звезде, ползает Арчвайл, и он должен нас, мы должны подставиться под удар так, чтобы он нас подкинул в эту мегасферу.
Ну, честно скажу, сколько раз бы не пробовал брать, ни хрена у меня хорошего не получалось. Поэтому я думаю, смысла в этом не сильно-то много, что я буду пробовать. Поэтому, пожалуй, что нет. Пожалуй, я пас. А, веселый склад. Так, у меня хорошо для пулемета патронов. И сейчас, да, как только мы берем ключ, лучше драпать. Лучше вот так вот прям по конкретике, вообще просто лыжи смазывать. Куда это делся, костлявый? Я его убил, что ли, Ходицкий? Видите, работники склада все вышли. Тихо, 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 без нервов. Так, спокойно. Это уже серьезно, ребятки, товароведы, видимо. О, вот это вот, наверное, зав складом костлявый. О, вот за складом. Сука, он на меня таки нацелился. Слышь, ты задолбал воскрешать тут все. Пора и честь знать. Молодец. Ну видите, не зря я берсерк таки оставил. Так, главное случайно на эту звездочку не ставить. А где он? А вот. Живем. Да блин, как ждал меня. Они еще телепортируются, они продолжают телепортироваться. Так, я помню, туда пошел. Да. Синий ключ явно был не тут найден. Или что-то изменилось? Нет, по-моему, я вышел из этих дверей. Или нет? Но вроде никто не телепортируется адскими темпами. Ну, кстати, скоро начнут, я знаю. Да, вот оно, пошло. Так, мне путь к отступлению уже. Блин, еще один. Так, тут еще есть, кстати, мегасферка, но я ее брать не умею.
Не люблю этот уровень. Ну как, не сказать, что я прям ненавижу всей душой. Будет что похуже. Так, нужно до красным ключом дойти. Блин, кто-то где-то вот стреляет, хрен знает где его нашел. Так, в какую сторону красная дверь теперь? Я все бегу и все не в ту сторону. Так, реально. Ага. Все правильно шел, все время. Просто надо через помещение пройти еще добавил. То есть да, вот сюда. Вот да, вот это вот серые пятна, это как там берется мегасфера, но там, честно говоря, не знаю какими путями. А тут у нас темень. Он масян. Тут еще и дверь за мной закрывается, еще прикольно. Тут вот так надо делать и все. Так, ладненько, что тут, почти 2 часа стримим. Давайте еще один уровень, он пустой дико, он очень пустой. Тут огромная комната будет. То что сейчас мы видим, это ерунда. Естественно, во все локации эти гигантские не собираюсь валить. Это не очень интересно. Уровень гигантский, поэтому пустой. Кстати говоря. Сдохни, пожалуйста. Так, что-то несчастных случаев не произошло. Всяких разных. А что тут у нас, я не понял. Тут же должно быть что-то. Там патрончики, не? Ну нет, так нет, спасибо большое. А, о, вот патрончики. А, кстати, да. Смотрите, какой вид, какой объем. Кажется, что там врагов будет просто уйма на нас накидываться. Просто толпами дикими лететь будут. Так, здесь делать нечего, кроме соусферы. Ничего интересного там. Соусфера хорошо охраняется. Поэтому 2 раза нет. Что, все что ли? Так, где-то тут должен быть какой-то из дверей синий ключ, как бы не тут. Да? Собственно, все. Можно валить дальше. Только куда, я не помню. Нет, не сюда. Вот сюда. Этот уровень, по-моему, самый неинтересный вообще во всей ТНТшке. То есть есть уровни, да, дико сложные. Да, масян был. Охранял синий ключ. Там еще куча хрюшек было с ними, но крайне скажу. Мочить их удовольствием мало. Выхлопа с этого не очень много. Ну вообще уровень, посмотрите, он. Ну ладно, здесь еще как бы врагов нормальное количество. Да блин, там чинганер внизу. Сейчас мы его сострунем. Его же чинганер.
И посмотрите, казалось бы, то есть тут просто толпы должны бегать. Просто что-то страшное должно происходить. Ха-ха-ха-ха-ха. Говорит нам дизайнер уровня. Ай. Промазал. А, там вверху барончик. В общем-то, даже с ним я не вижу смысла драться, терять сильно свое время, все. Идем дальше. То есть огромный каньон или что там, кратер. И как бы ничего. Так, где-то здесь дверной проем. Тоже огромный зал. По сути. Это однообразная стена. Ты что тут ходишь? Ну, кстати, музон здесь этому уровню все-таки подходит, хочу заметить. То есть понятно, что когда отдельно музон слушаешь, все-таки чуть-чуть ни о чем. Но когда купе с уровнем он звучит, это уже совсем другой, да. Сдохни, пожалуйста. Так, тут где-то скелети надо. Ну да, вот, конечно, только проигрыш меня. С двух сторон мы пара стреляли. Проигрыш меня, конечно, только маленько умиляет. Какой-то Мегамен 3. Естественно, нас так просто отсюда не выпустят. Вах-вах-вах. Ну, тут секретик. В общем-то, можно взять, можно пойти вот туда. Самый конец. Там огромный зал. Кстати, вот, вот. А там практически ни хрена в этом зале. Поэтому мы возвращаемся. Там два паука, и я даже не помню что. И возвращение в начало. Ну все, весь уровень. Ну конечно, тут гораздо больше секретов. Я половину, можно сказать, не показал. Ну и показывать-то особо нечего. Следующие два уровня будут довольно неплохие, но... Все секреты нашел. Но может быть оставить это до следующего раза, до понедельника стало быть. Потому что пока неплохо. 12 уровней из 32. Да, дальше будут уровни длинные, но на них я уже буду сохраняться. Начиная с даже 16. Поэтому, наверное, на сегодня хорош. Да, на сегодня хорош. Так, смотрим. Сколько тут у меня всяких разных сохранялочек, оказывается. Ну все, да, 11 ноября. Кстати, да. Меня эти распродажи 11.11 просто задолбали. На самом деле. Иди сюда, иди сюда. Хрюндели. Давай. Кто на меня? Давай. Стрейк с бензопилой. Все. Ох, какие звуки смачные там. Хрюшку замочили. Все, ребятки. На сегодня все. Доброй ночи. Всех благ. Хватит игр. Все, хорошего вам шоу теперь уже сегодня. Давайте там, не подкачайте. До свидания.